В соседней деревне Корытня попал барбос, короче, в петлю. Не то в заячью, не то специальный на него поставили. Видно, что у него температура, потому что собака трясет. Там он уже гноится, он уже. Кошмар. Есть контакт. Беля, иди мой мальчик. Иди мой котик. Иди ко мне. Беля, 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 иди ко мне. Беля, 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 на. Пойди. Беля, 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 беля. Давай приподнимем. Ой, дерьмо. Стой, 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 стой. Давай, давай, давай. Хорошо, давай, 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 подтягивай. Ага, стой. Держи как. Стоп, хорошо, у тебя. Чуть-чуть. Что он уже, что он загнул? Не подходите. Не пугайте лишнего. Здесь рана серьезная, его придется, ну, покажи там. Здесь серьезная рана уже. А там что вообще? Видишь, что? Так, Лёль, что-нибудь, да. Подможете сетку принести? Осторожно, на трубку не ставь. Это еще более-менее, там вообще было одно мясо видно. Запихнуть ящик, папа. Тихо, 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 мой хороший, не бойся. Папа, ящик. Все, все. Ты мой хороший, не бойся, тебе ничего такого болючего. Болючего тебе ничего не будет делать, мой хороший, тебе вылечу. Не надо снимать, вот именно так и снимешь. Все. И задними ногами. Помогай, ноги, я не могу. Помогни. Ну, садись, мой. Не бойся, не бойся. Не бойся, мой хороший маленький. Так, ну вонище там стоят. Ну. Пахнет, да? Ну там все, все, все желтое, все воняет. Что воняет? Все. Ой, скажи, ой, куда вы меня заворачиваете, скажи. Пахнет конкретно. Да, он уже еще на февраля месяца. У него где-то... Что не спит, голову вообще мотает. В деревне Корытне выехали, отловили пострадавшую собаку, скорее всего, от петли. То есть она где-то в петлю попала. Но она там немножко на курочек охотилась. Давай, давай, гула. Я ж понимаю, что тебе понравилось. Ставь руку. Я ее понял. Дай, 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 дай. Сынок.
Короче, смысл такой. У собаки серьезные раны. Вот, покажи, что творится. Это уже врач потом будет смотреть сейчас. Антибиотик поставили ему. Все. Давай, давай, давай. Все. В общем, попал где-то либо в петлю, либо еще куда-то, и очень сильно от него воняет, идет гниение. Придется обстригать это, обрабатывать все и проводить курс лечения. Когда врач стал, короче говоря, края обрезать, подшивать ему это все дело, выяснилось, что у него этот трос внутри находится. Он трос сняли, сейчас он на антибиотиках, проходит курс лечения медикаментозный. Ну, даже позволяет себя рукой погладить. Вот его сейчас зовут Белый, это я его прозвал. Он был вообще дикий, он к людям вообще не давался никак, пугался. Но я сейчас вот зашел, он начал даваться, гладиться. Ну, потихоньку привыкает. Привет, Белый. Белый. Привет. Ну, хороший, ну. Белый. Ну, все, Белый. Молодец. Белый, иди ко мне. Белый. Здесь, конечно, у него сильная рана по кругу, по шее, обрезала его тросом. Белый, ну зайка, все, хороший мальчик. Но оно, вот, след, короче, шея заживает, ну, постепенно зарастет все. И человека он боится, пес диковатый, короче говоря. Да? Белый, ну умница, все, лапки, хороший мальчик, белый. Понимает, что ему... Понимает, что оказываем ему помощь. Но он дикий. Я думаю, что ему приют не нужен будет. Почему? Потому что собака привыкла жить вольно. Посмотрим. Надежды мало, но попробуем. Мало ли, может, и приручится к рукам. Вот, может, вряд ли, конечно. Но попытаться попытаемся. За дальнейшими событиями просто следите, потом увидите, чем дело у Белого кончится. Ну а нет, выпустим на старое место потом, где в прежнее время и жил.